все новости ликования Хохлова из Форвернблума с Карасевым. Фотообзор матча ЦСКА «Динамо» 9 апреля 2018 года, 22 часа 47 минут. Футбол РФ ПЛ 9 апреля в Москве на стадионе «Арена ЦСКА» в матче 25-го тура российской премьер-лиги. «Динамо» одержала победу на ЦСКА со счетом 2-1. Фоторепортаж с матча ЦСКА «Динамо» подготовлен специальными фотокорреспондентами чемпионата Александром Сафоновым и Дмитрием Голубовичем. Источник «Чемпионат» сообщить об ошибке. Комментарии 0. 10 апреля 2018 года. 9 апреля 2018 года.